В общем, такой бредятины еще никогда не было в эфире телеканала АТВ. Тут один был, а тут их двое уже, да? Здрасте. Вы смотрите влог на АТВ. Меня зовут Милана Устар. Это моя замечательная, любимая подруга Ришель, которую почему-то очень часто путают то с Леди Гагой, то с Эми Уайнхаус, и на крайний случай с Катей Клэп ее путают, конечно. Вот. Спасибо за свои. Да, собственно, поэтому она сегодня со мной. Но мне же нужна звездная персона в кадре, поэтому Ришенька приехала сегодня сюда. С гастролей все умоталось. Да не говори. За Эми Уайнхаус впахивает в гробу лежать. За Леди Гагу впахивает на сцене. Да, за Катю Клэп во влогу. И все бесплатно. Это Россия. Ну что ты вечно мне пилотовое положение ставишь? Значит, подошла я. На остановке, вышла точнее, значит, присела на скамеечку, а там она холодная, думала, перчатки подстелю. И тут думаю, ну пойду уже. Прочитала то сообщение ВКонтакте и пошла. Отвлеклась, никаких перчаток, конечно, не взяла. И вот, знаете, я прихожу, руки замерзли, варежки, думаю, одену. А варежек-то нет. Рукавички. Перчатки же были. Ну, рукавички их называю. Ты такой общем, неаккуратный. Такая неаккуратная, я все время забываю, что я уже в кадре. Да. Да, все, теперь мы понтовые тёлки. Так намного лучше. Да. Бьонси отдыхает. По-моему, Бьонси не только отдыхает, она еще курить нервно начала сейчас. Вот смотри, затянулась. Я прямо вижу, как она тянется. Ну, Бьонси, какая ты постоянная. Вообще... Еще вроде поешь. Как так можно? Так что она там поет? Господи, она обычно вот так вот в кадре стоит. Где же I'm single ladies, I'm single ladies. Ну и правильно. I'm single ladies. И все, в принципе. И вот это о-о-о. Это уже понеслась душа в рай. Говорила мама, всегда готовь тексты заранее. А это что, еще на телевидении? Конечно. Да меня мама по телевизору увидит. Господи, счастье какое! Позор-то какой! А я думала, счастье какое! Позвонить надо, всех предупредить, только сказать, чтобы звук выключили. Да, скажи, оно все равно глухонемой, там музыка некрасивая, не подходит. Да, знаете, голос такой противный там у нее, отвратительный. Только смотри, потому что интересно. Ну что сразу противный голос? Да, нормальный голос. Ну все, давай не помню, а то я тоже захочу так сказать. Нормальный у меня голос. Просто запикайте, а то он меня заразит. Она! Мама очень хотела! Мама... Или сыночка, я не знаю. Мама не смогла определиться вовремя, поэтому вышла. Я не могу определиться теперь. То она, то оно, то он. Не говори. Здесь мужик, там баба, непонятно что. Вот здесь мужик, тут баба. Да не говори. Кончита плачет просто. У Кончиты просто нервный эпилепсический. У Кончиты выпадает борода уже, по-моему. Она у нее сначала посидела, теперь еще и выпадает. Вообще бедная. Она же станет так тривиальной. Ну, она станет обыденной бабой. Что ты делаешь с Кончитой? Ну как что, я превращаю ее в женщину. Она отлопочет, ты знаешь. Давайте поговорим об этом, о психологических проблемах Кончиты Вурст. Давайте... Ты меня будешь высмеивать, что я плохо пою. Зря ты сейчас это сделала. Я потому что очень сейчас сильно сдерживаюсь, чтобы не заржать. Заржи, я специально сделала это для этого, чтобы все увидели твои кривые зубы и отсутствие. Да, и отсутствие задних. Это было коварно, собственно. Да, а я могу ржать, что у меня идеально прямые зубы. Лошадиные. Ну, а мне кажется, мы хорошо сочетаемся, смотри. Нам еще белой не хватает. Женщине всегда должна быть загадка. Да, и что-то мне подсказывает, что по мне сразу видно мою загадку. Наверное, щетина. Но по мне тоже. По моему 1.60 м. И... Сглотну. Ну, вернись. Что-то у тебя треснуло там внутри. Из-за забыла. Подвыла. Я могу еще больше. Я могу расстегнуть сильнее. Боже, я на это не готова, я не подписывалась. Вот так. Что происходит? При всем при этом ты знаешь. Кусочки есть? Хочешь покажу, это же бюстгальтер не наш. Две чушебредки, которые набредили чушь. И теперь не знаю, как из-за этого всего колеса. Выкрутиться. Просто, блин, чушебредки.
еще бреди выкрутится. Колесо сансары, как это называется. От нас отвернулось колесо фортуны, раскрылось колесо сансары. Да, и плюс еще нас затягивает, по-моему, в какую-то шкатулку, это Пандоры, блин. Как оно вообще, по-моему, Пандоры был ящик. Ящик, да. А у нас шкатулочка там. А у нас шкатулочка Пандоры. Нам большего не дано. Открываешь, а там крупно написано «жопа». Или «черная дыра», катитесь уже. Мы же как Монтеки Капулец ненавидим друг друга. И мы счастливы! В общем, до встречи на телеканале АТВ на следующей неделе. Я надеюсь, подобный бред вы увидите еще не один раз. А я думала, не скоро, чтобы отошли люди от первого. Осознали все, поняли, что здесь есть какая-то смысловая подоплека. В общем, уважаемые мои дорогие, любимые дамы и господа. Что ты делаешь? Ты что, убиваешь мою красоту? Дамы и господа. На этой позитивной ноте. Что происходит? Я даже не могу этому как-то посодействовать. Мне бы хотелось на этой позитивной ноте закончить сегодняшнее мероприятие. У меня просто шок. Понимаешь, ты меня просто какой-то ввел паралич какой-то. Ну как это? Я даже не могу этому вообще каким-то образом противостоять. Мне с одной стороны интересно, а с другой стороны какая-то дебилизм происходит. Я понимаю, что чише бреди. Это не просто чише бреди. Ты одеваешь на меня наш национальный костюм. Это, дорогие друзья, наш национальный костюм. Это проявление высшего уровня любви. Мне так приятно, милочка. Я очень тебе благодарна за приглашение на твою, так скажем, передачу. Да, одевай меня. Я красива. Ты красивая у микрофона. Я красивая у микрофона. Теперь смотри, теперь берешь вот так вот пальчики загинаешь, вот так вот растопыриваешь их сначала. И вот так загинаешь на кончиках пальцев. Да, и поняла теперь, да? А я, значит, начинаю нашу национальную песню. Все, королеве мы поклонились, да. Да, мы подданы. Я королева чешубреди. Что за бред? Что за бред? Верните мне. Верните мой лик, мой прекрасный лик. Да, твой прекрасный лик возвращен. Я родился. Это было обновление. Это было обновление. Теперь мы счастливы. С вами была я. И я. Вишенька, что ты скажешь напоследок? В общем, Риша хочет сказать, что ей все очень понравилось, и она придет с удовольствием к нам еще раз. Ну все переврала, все переврала. На самом деле, не понравилось. Ой, для телевидения. На самом деле, мне вообще не понравилось. Абсолютно отстойный свет, отстойная ведущая, отстойные вообще операторы. Терпеть их не могу. И Тоби, он меня просто бесит. Нет, на самом деле, все это... В общем, до свидания. С вами был влог на АТВ. Я Мила Неостар, это Риша. Мы очешуительно счастливы. Мы очешуительно счастливы, и поэтому до свидания. Прощайте. А скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что перед вами мужик сказал? Раза соли побольше. Вот, смешиваешь, как бабуля. И вырезать, все вырезать. Все вырезать. Режу, с ней таким вот. Так лучше, так лучше. Без слов. И все это еще в ускоренном формате под веселую музычку. Ha 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 ha!